Пресс-конференция началась с подведения итогов работы Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра за первые 3 года. По словам Владислава Тетюхина, госпиталь загружен на 60%. За 3 года сделано около 16 тысяч операций, если точно 16800. Из них, значит, около 9 тысяч – это ортопедические операции, в том числе 5600 операций – это по эндопротезированию коленных и бедренных суставов. Владислав Тетюхин отметил, госпиталь получает поддержку и от муниципалитета, и от области, но федеральных квот не хватает. Поручение президента России Владимира Путина федеральному Минздраву о поддержке пока не выполняется. Тем не менее, генеральный директор центра сегодня поделился перспективными планами развития. То есть мы получаем лицензию на санкур. То есть это будет целый корпус у нас сейчас, такой экспериментальный корпус, посвящен тому, чтобы вести восстановление это вот в форме дневного стационара, в форме такого санатория на 14 дней, на 20 дней. Причем это будет не только профиль, это будет не только ортопедия и травматология, это будет и кардиология, сердечно-сосудистая система, это будет, значит, избыточный вес, это будет, значит, антистресс, это будет, значит, дыхательные органы и так далее. Короче, это будет целый комплекс. Конечно, акцент будет сделан на расширении реабилитации пациентов. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр не изменит главному направлению – ортопедии. Особую важность госпиталь, в котором проходит ежедневно по 12 высокотехнологичных операций, отметил глава города Сергей Носов. Он первый и он нужный. Я знаю резолюцию президента и его реакцию на информацию о том, что сделал Владислав Валентинович. Это надо поддержать. Наверное, или сделать на этом случае исключение, выработав правила работы таких учреждений. И как поступать? Вот квотная система распределительная по талонам, наверное, себя начинает исчерпывать. Значит, или со временем исчерпает. Беседу с журналистами Владислав Тетюхин признался, в советское время медицина была на крайне высоком уровне. В конце прошлого столетия система деформировалась и сейчас пытается оправиться. Количество операций в России меньше клинической потребности, и граждане многие попросту терпят боль, что негативно сказывается и на здоровье конкретного человека, и экономической обстановке в целом. «Нам сейчас нужны здоровые люди в 65 лет», отметил Владислав Тетюхин. И главное, что получить высокотехнологичную медицинскую помощь на мировом уровне можно в Нижнем Тагиле. Антон Саев, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости. Тагил ТВ.